Причин для тревоги нет. Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых. Показатели инфляции и экономической активности отвечают базовому прогнозу, поэтому сохранение довольно высокого уровня ставки – это мера, скорее, страховочная, указывает ЦБ. Тем более, что удержать инфляцию должны помочь хороший урожай и более медленное повышение регулируемых цен и тарифов. В следующий раз вопрос о ставке Центробанк рассмотрит уже в сентябре.